Добрый день. Сегодня уже 10 часов. Почти 2 дня шел дождь. Мы с Николаем подъехали к Леро, город Агде. И я подготовил лодку, надул, смотрю на воду. Вода более-менее. И температура воды 8 градусов. Воздух где-то 2-3 градуса, холодновато. Николай пошел за червяками смотреть, взял кирку, и там я видел, что норки есть, может, выползков найдем. Вот так, куриная печень, и поплывем. Мы не первые, одну лодку уже вижу, она плавает тоже, наверное, флютуб. Плотик. И что? Еще Николая и отправляемся. Встретимся на воде. Погода такая, не дай бог, холодновато. Вот нам метров 400 погрести. Но погода один. Хорошая. После дождя все. Но холодно. Немножко... Холодновато пока. Прохладно уже. Светлее, светлее. Идем, Коль, до проводов здесь и проплывем. Там уже как мертвые места. Первые декабрьские зимние денечки. Ну да, первая зимняя рыбалка. Ну, доплывем и начнем. Червячки. Давай этот металл спрячь и печень. Первые. Начали. Все на месте. Неужто не возьмет? Сзади идет. Все, опять. Сколько он может бить? Уже раз, 6-7. Он все подходит. По кончику. Стук-стук. Стук-стук. Он какой-то, не знаю, что он, или что-то очень мелкое к этой печени присасывает, отсасывает ее, откусывает. Может быть такое. Вот печень-то, считай, 1,5 метра от дна. Все, смотри, видишь? Уже... Опа! Часа два. Ходили, ловили, крутились, вертелись, и вот первая поклевка у Виктора. Первая поклевка, третья поклевка. Поклевка первая, первый сомик. Первый сомик. Небольшой, небольшой, но хороший сомик. О, все, о. Восьмерка. О, семерка, семерочка, восьмерочка. Виктор? Сивой. Спасибо, ребята. О, смотри, аж настроение появилось. Откуда? Ну, сегодня вы... Холодно было с утра, потом дождь был сильный, потом погода поменялась, вышло солнце. Вот. Солнце вышло, волна поднялась в одну сторону, волна в другую сторону. Вот. И поклевка на яме. Да, и поклевка, тут яма есть до десятки. До десятки, да. Вот. А так речка вот, вон как она расходится, хорошая река. Хорошая река, это впадает буквально через 1,5 метра в море. 1,5 километра. 1,5 километра у моря, метр сказал, да. Во. Она судоходная, тут яхты проходят. Хорошо, Коль, спускаемся еще и проходим еще яму. Я это сойду. Николаю, у тебя может порядочный, знаешь, сейчас свой на яме. Да, я свой вытащу. Нет, Коль, я свой вытащу. Что-то чувствую такого. Это уже он будет носить, не ты. Да. Что-то покрупнее. Я не могу тебе весло, весло помогать. Не мешает, мешает багаж. А, ну, далеко пускай, еще от берега, пускай носит. Да, вот на яме, и только первую я вытащил, вторая поклевка у меня еще одна была, не подцепился. Балеринка пошла. Надо будет. Вот что делать. Да.
Да смотри, с тормоза погорают. Да я сильно не зажимал до конца. Да сильно, так оборвал. И на яме. Все на яме, да. И шли в одну сторону мы. Вот 3 недели назад мы последний раз ловили, там на отмель. Сегодня на отмеле были 2 поклевки. Одного подсекал. А все вот поклевки на яме сегодня. Но это тоже будет поприятнее с вами. О, балерина началась. Да, она начала. Как начал? Это же он вообще выделывает это... тройные. Смотри, что он выделывает. Как он кувыркается. Хотя посмотреть, что там у тебя сидит. Ну что, как балерина куркается. Ну нет, что это не 15, это ясно. Ну, брать его нельзя пока. Надо его пока. Не, ну так хочу, что его брать. Выуживать. Это должно показаться. Думаю. Ну хотя бы еще пузырьки не пустил ни разу. Нет, еще ни разу. Поднимаешь ты его? Потихоньку так вот, выпадет. Он не хочет подниматься. О, первые пузыри пошли. С глубины пузыри уже показались. Уже, значит, недалеко от поверхности. О, о, пузыри. Смотри, сколько пузырей. Выпускают. О! Вот он. Смотри, 30-ка. Я уже видел 30-ка, по-моему, Коль. Вода прозрачная, вот он. О, какой. Ну да, 30-ка. Надо с ним играть, потому что... Ну и игра еще. Неинтересно будет. Оборвет. Хорошая 30-очка. Давно 30-ку такую как бы не брали, сколько-то... Ну здесь в осенью не брали таких, чтобы было. А тут мы на тот же яме. Ну, на яме, да. Ну, хорошая посадка будет. Куда? Переверни еще. Сам справишься? Сколько слизи. Крючок нормально сидит. Пробитый? Вы только так зацеплены. В зубах он. В самых зубах. Не пробитый. Не пробитый он. В щетке сидит. В щетке, так надо его. Да, я не хочу такой тебе. Подожди, позже перчатку одену. Да, я одену, где его перчатку? Нет, хорошо сидит. Хорошо сидит? Да, хорошо. Сейчас. Я вот забираю твою. Ну, знаешь, 35. О, зацепился. 35 он. 30-ка-то конкретная. Ну хорош. Может даже 35. Хороший. Ну чё? Ну что? Повтор. Все. Все. Ну сегодня так рыбалка точно удалась. Да, удалась наша рыбалочка зимняя.